В Челябинской области на трассе вспыхнул большой груз. За считанные минуты огонь охватил кабину фуры. Шофер сам успел выбраться из кабины и остался жив. Со слов самого водителя, возгорание началось под левым крылом машины, прямо во время движения. Шофер остановился у обочины и достал огнетушитель, но это не помогло сбить пламя. Огонь пытались помочь потушить и автомобилисты, которые проезжали мимо. В итоге справиться не смогли и пришлось вызывать МЧС. К их приезду от фуры остался лишь каркас. Все сгорело дотла. Известно, фура перевозила 20 тонн полиэтилена. Водитель – уроженец города Липецк. Он остался без денег, документов и телефона.